О, что это? Там вроде не мог. Что там, много места еще? Фул. Че, релогнулся. Пока пару мобов убьем. Я двоих подержу. Вы еще один рейд какой-то пошли, да? Тру моих обычно. Так только что ведь ходили. Это был Ер. Ну, они у всех по одному персонажу. У тебя есть перс? Работе нахуй. Стал на другого. Вот Войт, у тебя загруженный четверг, ты всегда. Все там, дал горн, этого должно хватить. Ну, Редвар, пуляй там троих, я двоих. Мишки еще дальше, нахуй. Редвар, а ты сейчас не с ними в рейде? Ты можешь говорить. Я тебе сейчас одну ссылку скину, скажешь норм? Не норм? Ты про... против? Отведи босса от Кеглера.
ты знаешь про фирму Кугар? Ну вот я про него и спрашиваю, что ты знаешь про эту фирму, нормальная она? Что эта фирма делает? Есть, короче, сессонники вот эти, они хорошие. Я только про Кугар говорю. Сессоник это другое немножко. Ой, да, качество немецкая компания. М? Качество достойное, немецкая компания. А, ну все, значит, заебись. Я просто заказал уже. На сколько взял? 700. Тебе хватит? Да. У меня, по-моему, 900 что-то такое есть. Но у меня этот... Короче, входа дохуя, потому что всякой хуйни. Такая. У меня тоже там будет дохуя всякой хуйни. Если захочу, аж 8 проводов SATA. Четыре писяйки, 6+2. Нормально. Бронза, да? Куда исходу? Алдовая не смотрел? М? Алдовая не смотрел? Алдовая? Голд они называются. Голдовые нет, не смотрел, они очень дорогие. Это ты так 5.5. Качество всегда надо платить. Я просто, по-моему, еще ни одного не видел БПшку, чтобы в комментариях кто-нибудь не написал, что или трещит, или шумит, или еще какая-нибудь фигня. Особенно про Ксаки любят писать, писк какой-то низкочастотный появляется. Вот как у тебя сейчас был. Который ты, по-моему, первый хотел взять. Я уж не помню. Я кукер заказал.
Ты не скидывал ссылку-то? Нет, могу сейчас скинуть. Кинь, я гляну. Ты что там босса пьешь? Скинь. А убили мы на магике. Это посла, конечно, на кубе Редвар я это потанчу босс. Вот эти статьи охуенно, ЕБГ. ЕБГ охуенные. Они, конечно, дорогие, но они того стоят. А ты видишь, как тут еще и скидка идет на него? Sony грех не взять. Там у них начинка просто хорошая, вот этих Sony, ЕБГ, они. Да, 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 да. Я еще на том, что ты мне скидывал тогда канал, я там еще посмотрел, и поэтому вот этот выбрал. Я вообще очень сейчас удачно попадаю на всякие скидки, я все со скидками стараюсь брать. Причем очень хорошие вещи беру со скидками. То есть даже ту же самую оперативку, которая, сколько она сейчас, 8990 стоила HyperX на 3200 МГц, я ее урвал за 7600. Вполне себе, по-моему, хорошая скидочка. Дорого, только в ДНС у нас что-то пиздец. Вот между ДНС, блять, и этим. Матрица и своим магазином, там цены пиздец. Че, у нас дороже, что ли? Ну, вот ДНС, типа, да, они же дорогие магазины. Да нихуя подобного, у нас-то один из самых дешевых. У нас все теплинки, допустим, намного дешевле. То же самое, но дешевле, чем ДНС. Это, видимо, ну, я на это сильно не обращал на это внимание, но может быть еще от региона зависит. У нас самый дешевый это CityLink. Но это как бы дочернее предприятие ДНСки. Разве? Угу. Это дочернее предприятие ДНС. Это как склад ДНС, по сути. Ты что, не знал этого, что ли? Нет, я знал, но я думаю, что это. Не-не-не-не-не.
Ты, моя кровь принадлежит мне.
Кириалог, здесь? Да. Иди беги на Луну. На всякий случай. Я уже там. Ага. Вроде должны успеть. Вроде позже это сейчас. Сейчас должны успеть. На мужика чисто, на мужика. Даже покручу босса. Все. Типа. Пошли крутить брюли. Даже ты 4 никому не надо. Сожрались. 4 это уже прошлый контент. Кому они нахуй нужен только из твинкам, блять? Сейчас по серва нахуй тебе бегает. Короче, твинка качать хочу, шапошку или, блядь, ДЦшку. Блядь, так падло, нахуй. Качать его, блядь. Да ну ладно. У меня ж игра лагает, когда черный бриллиант этот. Пролистывай.